Ну что ж, всем привет! Сегодня у нас будет обзор вот такого вот набора. Это набор от фирмы Enlighten, аналога Lego. Простите за то, что нет коробки, так как, ну, как бы, потом. Ну, все понятно, что выкинули как бы ее еще перед обзором, считая ненужной. Ну что ж, и, в общем-то, начинаем обозревать мини-фигурку. На потом, за кадр ее. И вот, в общем-то, сам набор. В наборе всего лишь две наклейки. Две наклейки, все остальное это принты. Ну что ж, начнем мы обозревать этот набор с кабины, пожалуй. Здесь вот это принт. Вот здесь тоже принт. И здесь всего лишь на четырех пупырках держится стекло. Поэтому, а здесь еще можно увидеть, что здесь тоже деталь, такой скос с принтом. Далее. Вот эта вот часть здесь маневрование двигателей. И вот здесь вот есть принты с надписью Wisdom Enlighten. Enlighten это ясно, потому что фирма выпустила этот набор. И логотип. В принципе, набор нормальный, в нем 117 деталей. И открываем его. И что ж, и мы видим то, что здесь внутри есть. На такой подставочке. Аксессуар есть. И вот. Это вот штучка непонятно для чего. Вот. Аксессуар это такой вот ранец с воздухом. Его за кадр. Потом все, когда придет очередь мини-фигурки, обозрим. Вот здесь вот эта функция, поскольку оно здесь, ну, на шарнирах, или это не шарниры, исправьте меня, если неправильно говорю. Возможно, это шарниры, возможно, и нет. Здесь вот, вот так вот все закреплено, здесь все гладко. Но здесь нет. Это мне не понравилось реально. Вот эти вот два, неужели там нельзя было уже поставить гладкую пластину? Все-таки одна деталь, это не потеря. Ну все. Далее здесь вот это вот наклейка деталь. Здесь наклейка деталь, с другой стороны тоже. Вот эта вот деталь, кстати, довольно-таки полезна может быть для кого-то. Так. Вот. По боках вот здесь вот такие вот детали. Вот. Такие вот скосые. Такие полукругом детали. Точнее полуовалом. Двигатели. Вот здесь два двигателя, но три сопла. Потому что этот тут двигатель двойной. Крепится все это вот сюда вот. Сама двигательный сток. Вот шасси. И это, в общем-то, все, что я могу сказать по поводу этого набора. Теперь переходим к мини-фигурке. А точнее, сейчас к аксессуарам. Сразу же говорю, считаю за аксессуар шлем. И вот это вот. Два аксессуара на одну мини-фигурку, как по мне, это нормально как раз. Что ж, первый аксессуар это такой белый ранец с воздухом сжатым, это уже говорил. А вот второй это вот такой вот шлем с такой вот отражающей краской. И вот здесь, если прикрыть, то видно, что этот шлем полностью белый, без принтов. Теперь сама мне фигурка. Штаны белые, без принтов. Пояс тоже белый, тоже без принтов. Торс белый, но при этом спереди есть принт. Вот здесь какая-то непонятная штучка, логотип и здесь для связи приборы. Белые рукава и вон в перчатках тоже белых. Голова желтая. Вот, видите принт. Здесь вот такая вот непонятная какая-то штучка. Даже не знаю, что это. Микрофон. Принт волос. Это как-то странно, если честно. То, что принт волос. Здесь черный. Далее вот здесь вот. Два глаза. Брови. И вот здесь полуулыбки видно. Если надеть на него все аксессуары, то, в принципе, он смотрится, как, по мне, намного лучше с ранцем. Вот.
как он теперь выглядит. Вроде бы тот же космонавт, но при этом вот. Ну и поняли, думаю. Если приоткрыть, то видно стоит часть, видно его часть его лица. Без принта волос все видно. Опять же таки, нужно все прикрыть. В кабину он садится без ранца. Но, однако, без баллона вот этих вот баллонов с воздухом сжатым. Поэтому их сейчас положим обратно на место. Вот. Эту фигурку сейчас посадим за пульт управления. Здесь 117 деталей, как по мне, одна мини-фигурка, это как раз нормально. Хотя можно было бы, конечно, какую-нибудь вторую, но все же уже пусть. Нормально, как по мне. Его как раз аксессуар, поэтому все нормально. Набор мне понравился. Маленький, но прикольный. Маленький, да удаленький, так сказать, но увидите. Вот здесь вот. Космонавтов. Ну и в общем-то, вот такой у нас сегодня был набор от фирмы Enlighten. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока.